Так прекрасно. Никого нет. День просто замечательный. Все, просто. Прикольно. И что боялся вообще, брат, такого? Это еще что-то. Привет, черный. Ты же не... Ты сказала не? Нет, ты прекрасный. Просто я хочу... Подозрительно ты... Да не бойся, я из полиции. Меня зовут Милли Эссон. Не похоже, что ты из полиции. Пойдем за мной. Тебе какой-то подозрительный вид. Пойдем, не бойся. Нет, дам, не хочу. Пойдем, или я пос... Не... Иди ты. Ладно. Странно про... Ах ты, дрянь. Ты меня еще бьешь? Ну, я... Ха. Слабо. Ну, подожди. Я... Не надо. Не убивай меня, пожалуйста. Не буду. Черт. Ну шо, братец, думаешь, что я сейчас тебя просто убью? Ошибаешься. Ты мне живым нужен. Что? Я тебе сейчас двигатель поломаю и бампер переломаю. А что мне будет, если ты станешь похож на меня? Вы издеваетесь? Я Брюс, вы не имеете... Я... Ладно, тварь, давай драться. Это неплохой выбор. Ты сам сейчас этого почувствуешь. Неплохой выбор. Но недостаточно хорошо. Да, сэр. Кто пропал, сын? Я же вас предупреждал. Как его зовут? Брюс? Да, понял вас. Выезжаю. Понял, выполняю. Внимание, всем патрульным машинам. Пропал Брюс. Где-то приблизительно в окрестностях лесозоны. Продолжайте поиски. Конец связи.